Так, ребят, грабим с Каталины банк. Но бесполезно их держать, бесполезно. Они все равно опустят руки. И чё, не позволяем опускать руки? Ну, не позволяю. Ну, вот зачем это надо было сделать? Все равно. Да не ругайся ты. Из уст женщин все прекрасно, и ругательство тоже. Так. Полицейские пока сюда не влезают. Да, это тоже надо отдать должное. Все правильно, если бы они еще сюда влезли, как бы мы тут вообще были. Слушай, смотрите, смотрите. Ну, похожа она на Дженнифер Лопес, или это одному мне кажется? Так, стоп, стоп. Заранее, заранее. Так, заранее. Потихоньку выходим. Так, тут у нас кто? Там труп. Хорошо. Так, здесь у нас еще хрен нет. Откуда стрелять? Да непонятно, откуда стрелять. Вот он. Ну, конечно, right now. Так, аккуратненько, аккуратненько проходим и все пройдем. Молодец, Каталина, я только поднял свой калашников. Ну, говорю, объективно, здесь... Ну, жопа у нее, блин, как у Джио, действительно, правда. Еще и ноги длинные. Так. Короче, ну, блин, этот с дробовиком вообще... Короче, хвалят в этом самом Сынах Анархии. Хвалят Калашников очень. В общем, вот так. Поэтому. И объективно здесь в игре он тоже лучший. Реально лучший. Ну ладно, хоть с наградой. Так. Сейчас ведь мы провалим еще миссию, не дай бог. Так, погнал, погнал, погнал. Давай, кобыла. Искорка, давай, кобыла. Ну, сейчас этот упадет, наверное. В принципе, мы можем по нему и пострелять, я думаю. Или уж не будем... Или уж не будем выеживаться. Да, он сам упал. Он здесь всегда падает. Как сказано в том анекдоте, в самолете откройте, он всегда тут выходит. Так, ну и что делать? Каталину окружили полицейские. Бей ее. А, ну, для этой цели мы и купили. On, Carl, а что, все? Все, что ли, отбил? Полицейский ХП. ХП это что? ХП. ХД, можно было бы предположить, что это Харли Дэвидсон. Но вообще может быть Харли Дэвидсон, согласитесь. Так, ну я думаю, наверное, вот сюда, я думаю. Вот нам, наверное, сюда. Аккуратно, аккуратно. А ну что, хорошо? Да? Что, прошли, что ли? Да блин, тут и шею можно свернуть. Нет, нет, друзья. Аккуратно. Потому что если мы свернем сейчас шею, все наши усилия пойдут прахом. Вот и все. Но логика простая, потому гениальна. Ну, отлично. Братцы, поздравим друг друга. Но на самом деле меня любит, твое сердце расколется пополам. Похож на бесхребетную ящицу, чем на мужика увидели. Вообще обосрала его на пасашок. Все-таки, ну ладно. Че, 10 штук. Богатеем просто на глазах. Ладно, давай сохранимся.